Вы смотрите проект «В школу». Сегодня расскажем о готовности образовательных учреждений Красноярска к новому учебному году. Сейчас мы 66-й. Здесь только-только закончился капитальный ремонт. Давайте посмотрим, что же здесь изменилось. Изменилось буквально все, от школьного двора до классных комнат. Туда завезли новую мебель, новое оборудование. Например, в кабинете физики к письменным столам теперь можно провести электричество. Ремонт длился всего один год, но, по словам заместителя директора, обновленная школа и ее старая амплуа за такое короткое время стали как небо и земля. Я сама училась в этой школе, поэтому для меня школа изменилась кардинально. То есть все поменялось полностью. Когда мы зашли первый раз после ремонта, были вообще удивлены, какая школа стала светлая, большая, просторные коридоры. Но просто одно удовольствие здесь теперь работать и учиться. В то время как одни школы ко дню знаний двери открывают, другие закрывают, школа номер 80 приняла капитальную эстафету. К финишу она должна дойти за полтора года. Здесь полностью обновят здание, более того, в нем даже появится новое помещение. Бывшая столовая несколько лет была под замком, в ней попросту было небезопасно находиться. Теперь же из нее планируют сделать актовый зал, которого сейчас в школе нет. Нужно в первую очередь это привести капитальное здание в нормальный вид. На это выделяется 92 миллиона, деньги очень большие, и думаю, что в соответствии с такими деньгами здание приведется в очень хорошее, благоприятное состояние. Школы, которые уходят на капитальный ремонт, разумеется, в приемке не участвуют. А у тех, что откроются 1 сентября, рабочие будни начинаются не в этот день, а гораздо раньше. Все школы, можно сказать, сдают свой экзамен на готовность. Проверки разных ведомств начинаются в августе. Свои рейды проводят и МЧС, и Роспотребнадзор, и, конечно, Управление образованием. И чтобы быть полностью готовыми к новому учебному году, школы не должны ошибиться ни в одном экзаменационном билете. И учебный план, и санитарное состояние – все должно быть сдано на 5. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков, новости ТВК.